прибыли. Да? Да? Сейчас мы только запишем. Хорошо? Что, заснул? Да. Да? Спой? Да. Что с нами свой? Да, все по очереди сейчас. Привет. О, здорово. Есть хочу, чтобы ты понимал, с 4 числа я не ел. Ну так идите покушайте. Так я сейчас хочу, что-нибудь жидкое. И заказали мне шаурму. Я так хочу шаурму. Я так мечтаю о шаурме. Это просто. Сейчас привезут? Да, и пирожки. Пирожки. Там есть. Да, вот, там есть Тася, ее мама делает такие вкусные пирожки. Здесь Херсон и этот... Короче, на нулях, между двумя нулями. Это между Украиной и Россией. Да, я же без лобового ехал. Да, да, я видел. Вот. Там его просто нет, слава отсутствие. Богу. Слава Богу. Вы ко мне? Идем. На Мариуполь не ехал. Ехал. Я доехал до Никольского. На Никольском меня посадили в СИЗО на двое суток. Вот. Вот. И после там СИЗО и всего остального, и разбирательств, вот, что за волонтер. Вот. Потому что я ехал на Азовстал, они не могли поверить в это. Вначале смеялись, а потом нормально. Проверяли, потому что думали, что я какой-то агент, там много моментов, там целая история. Там это за 5 минут не расскажешь, это... Вот. Нет, давай нет, я подъеду. Да, нет, она такая, что она не пойдет. Пойдешь на ручки, дядя? Пойдешь, дядя, на ручки? Нет. Нет. Но туда вас не пустили на Мариуполь. Нет, на Мариуполь не пустили, сказали, что вывезли всех. Я ж не знаю, вывезли, не вывезли. Там 100 тысяч еще желающих. Все застали? Не. Ты сколько детей сейчас подъедешь? Да, там еще Таврия где-то есть. Да, я видел вас. Ну, это все ты колонну вел, да? Да. А у тебя сколько было? Человек, я смотрю, 6, наверное, где-то. Да? У этой мамы, короче, чтобы ты понимал, ни окон, ни дверей, ничего. У нее все разлетелось, да. Вот, а у нее 5 детей. Понял? Вот. И мы их забрали. Вот, я думаю, что они поедут куда-то, наверное, за границу. Да, правильно, такой кроссовки в сережках. Да, она вообще такая. Вот, конфетка. Я говорю, я говорю, себе бы такую хотел бы. Но мне уже 5-я, это будет вообще перебор. 5-й ребенок, это будет точно перебор. Давай пузико закроем. Что вам дома кажут? Мне? Еще не знаю, сейчас поеду. Каждый раз что-то новое. Я устал, я хочу детей увидеть. Я завтра буду выезжать на Киев, хочу детей увидеть. Вот. Буду оформлять заявку МЧС, потому что когда я уже... Маме, все, идем. Все, вот мама. Буду оформлять заявку в МЧС, потому что они сказали, оформляйте заявку через МЧС, через ДНР, и мы готовы вас встретить. Вот. Ну, не знаю, пропустят ли эту заявку еще. Вот. Потому что, как же, Инженерное, село Инженерное. Оно находится, чтобы вы понимали... Вот 50 метров снаряды ложатся. Вот, это, и там вот такие, там еще много детей осталось. А где подбирали вот, людей? Вот это все, вот это с Инженерного. Двоих я встретил по дороге, и они на дороге были, на блокпосту. Вот, две сестры и сын Саша. А долго вы сзади выбирались? 7 дней. Это 7 тоже дней. Серьезно. 7 дней. У нас колесило, кидало везде. Так, сейчас начать еще закончить. Саш, стой.
Вот. А их я в инженерном. Вот. Я приехал, потому что нам надо было где-то остановиться, мы попросились на ночлежку. Вот. И вот тут с Катей. Вот. Катя помогла нам жильем, и потом ну, она говорит, я хочу ехать. Вот. И, кстати, еще Игорь. Где-то здесь Игорь есть на Тавре, у него четыре девочки. Вот. И у него он не хотел ехать вначале. Я говорю, Игорь, поехали. Не хотел. Но когда уже снаряд лег в соседние дома, все. Но я не жалею, что я поехал. Все, что было сделано, да, за Сталя не доехал, но. Вот, значит, так и надо было. Ну, вот я забрал две семьи, которые куча детей. Вот, значит, так должно было быть. Я не знал, что настолько задержусь. Вот, я думал, что я выйду в тот же день, а получилось, что... Ты 9 дней выехала. Да, и это ты доехал, Миш, до инженерного назад? Не до инженерного, до Никольского. Что, идем кушать? Да, там. Да, понимаешь. Там шаурму не привезли. Угу. А вещи? Давай. Пускай здесь остаются. Только единственное, документы надо взять. О, мне ж можно конфеты уже есть, я ж уже не на этом. А я смотрю на них и не ем. Мне ж можно конфеты есть. Пост закончился, слава богу. А тебе уже нельзя. Ты уже много съела. Ты за всех съела. Так, сейчас я сюда положу. Пошли. Санек. Вот. Ну ладно, сегодня не поем шаурму. Жалко, я так хотел ее. Да. Короче, тебе человека подарил, да? Спасибо.